сегодня у нас порядка 20 километров пешком вдоль реки Токелюшка примерно будет. Погнали! За Рудиком! Идем, короче, 40 минут, 15 минут отдыхаем. Вот мы сейчас так будем чуть набирать высоту, потом сваливаться, набирать и сваливаться. Улыбаемся и машем. Наташа, кстати, знала, что она у меня каждый раз. А с ними полегче, да? Я не знаю, я первый раз. Я тебя каждый раз снимаю на видео, и ты каждый раз подходишь и говоришь красиво, а, красиво. Ты снимаешь видео, да? Ну вот. Я вообще люблю спуски, но понимаю, что значит потом будет набор. Не любишь спуски? Любишь подъемы? Уже была одна остановка на привал. Идем. А сколько мы? 40 идем, 15 отдыхаем, да? Хорошо, блин, солнышко сейчас за облачка ушло. Не жарит. Но с другой стороны, какие-то тучки такие серенькие. Не пошел бы дождь. Как? Не, а тут интернета нет. Не, вообще, типа, дождь был по прогнозу, который в Тюнгуре, с 10 до 2. Ну, что-то, да, пожалел нас. Да, 5 сек. Ой, там собаки лают. Что, мы уже 4 километра прошли? Давай, что 31 минуту, идем посидим. Цели сохранения природного наследия. Природный парк создан в 1967 году. А до 67 года тут, видимо, косили, вырубали, как дед Алтаец сказал, при коммуняках все растаскивали и вырубали. Сейчас сваливаемся, все. Мы вот этот наборчик сделали небольшой до привала. Сейчас все время вниз, а потом будет обед. Нет, я люблю ходить вниз. Но я уже не первого человека встречаю, кто говорит, что ему больше нравится ходить наверх. Вот там тоже такой мостик прикольненький. Мостки проложены. Вот меня разгрузили на 3 килограмма. Забрали сегодняшний ужин, который прилетел мне нежданчиком. И идти, ощутите меня. Ощутимо легче. Но ребят все равно несут рюкзаки по 27 килограмм. Девочки, ну, почти все по 20. Бродик? Вообще-то это правда, очень красиво. Господи, что я еще в сандалии потерял? Да, да. Обед, да? Привал? Полезли в рюкзаке. Это жопа, наверное.
трещина. А не видать. А? Короче, да, вот смотри, там. Я видел там слово из трех букв. Вот это нарисовано. Да? Да. Вот такое нарисовано. Вот такое. Это моралуха. Моралуха. Да. Ну вот смотрите, какие. Они выглядят. Нет, это уже современные, а те вот. А в Карелии эти видели петроглифы, которые карельские? Вот они вычерблены. Они как бы. Олежки, да, баранчики. Третьим тысячелетием нашей эры. Да. В течение 5 тысячелетий сюда обряд тут производили. Вот тут били посуду, вот тут копали 90-е годы археологи. И находили вот эти. Да, с битой посуды. И, скорее всего, вот эти изображения нанесены. Где? Тут даже два раза слово из трех букв написано. Отношения. Пюре с курицей, прям такое пюре. С кусками курицы. Ну, как бы запах был, но вопрос... Ты не дал миску, салат не ест. Ты похудеешь. Грамм 100. Слушай, иногда, ты знаешь, грамм 100 даже психологически. Я такой же. Да, вы что? Лёха тут шёл, да? Ну, он вдоль шёл. Вот, кстати, от которой в Новосибирске течет река, она от слияния вот Катуни, еще Бия здесь идет, где Телецкое озеро. Она от слияния этих двух рек происходит. Так, конечно, да, тут красиво. Вообще. Я вообще такая переменчивая здесь. Тут опушка, тут деревушка. Вроде кто капает, то солнце жарит. О, красота. Слышите, как травы звенят. Класс, вообще. Вообще. Мастер-класс. А, так надо? Да. Вот это бродик, да? А, вон там по бревнам. Ага. Еще один переход, и мы встанем на ночь. Полтора километра примерно до этих кирюшки, до моста.
Главное, идти, а не стоять.